Самара конца 19 века была относительно крупным губернским городом, в котором проживало свыше 90 тысяч жителей. Это был город купцов-мукомолов, их служащих, мещан, город чуек и поддевок, в котором не было ни сколько-нибудь крупных заводов, ни высших учебных заведений. Такой Самара и осталась в моей памяти. И в этом городе будут происходить события, о которых я хочу вам рассказать. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».